Вы посетите два абсолютно одинаковых двухэтажных номера. В первом расположен музей, посвященный дизайну и событиям, которые произошли в отеле. Во втором – королевский люкс, оставленный именно таким, каким он был при открытии отеля. Также вам бесплатно подадут арабский кофе с финиками, а за дополнительную плату можно заказать стандартный напиток или золотой кофе. При входе в отель вы получите бесплатный приветственный напиток и холодное полотенце. После небольшого инструктажа, вас проводят через вестибюль к стеклянному лифту, а оттуда на 25 этаж.